есть вопросы по Кондратьеву Виктору? Следующий Коньков Захар Сергеевич. Лично рассмотреть каждую заявку на льготную путевку в детский лагерь. Для комиссии задача уже привычная – отдохнуть и провести каникулы с пользой. Из года в год могут сотни нуждающихся школьников. Мы, конечно, рассматриваем категории, в первую очередь, трудную жизненную ситуацию детишек. Это и опекаемые семьи, и семьи, где умер один из родителей, другие трудные, сложные жизненные вопросы. Еще в приоритете дети участников спецоперации, ребята из многодетных семей и те, кто особо старался весь учебный год. Главное – вовремя предоставить документы. Мы отстаиваем возможность поехать ребенка отдохнуть, если действительно юридически он имеет на это право. Самое главное, чтобы действительно было честно и в порядке очереди, исключить любую возможность нечестного распределения. Я предлагаю все-таки проголосовать комиссию с учетом этого факта. Кто за то, чтобы ребенка отправить в лагерь на вторую смену? Отсутствуют нужные справки или случился неожиданный переезд? Спорные вопросы комиссия решает голосованием. Мы знаем, что из года в год и в этом году то же самое количество поданных заявлений, оно намного превышает то количество путевок, которые мы смогли выкупить на средства Московской области и средства Одинцовского городского округа. 344 путевки муниципалитет готов подарить нуждающимся детям. При необходимости это число могут увеличить, ведь поступивших заявок на летний отдых почти в 3 раза больше. Мы тогда выйдем с ходатайством в адрес главы округа о дополнительном финансировании. Счастливые обладатели билетов отправятся по разным лагерям. Один из них – «Горизонт» – ребята уже облюбовали, а другой им только предстоит исследовать. Юный метростроевец, он тоже очень интересное предложение. Там хорошие номера для детишек, хорошая анимация, воспитательная программа, развивающая программа. И в этом году у нас детки заезжают туда, это Калужская область. Путевки распределены уже на днях. Заезды в лагеря. Трехнедельный отдых начнется у ребят 20 и 24 июня. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».